фойе ДК Пушкина на втором этаже играл духовой оркестр и была организована выставка, а в зале праздник открывал ансамбль «Россияночка». Именно так проходило празднование Дня полиции. Главы трех муниципальных образований Пушкинского района, городов Ивантеевка и Красноармейска, поздравили с профессиональным праздником сотрудников МВД России Пушкинская и наградили лучших сотрудников грамотами и ценными подарками. Глава Пушкинского района Сергей Гребенюченко отметил особую важность профессии, которую избрали присутствующие в зале, их высокий профессионализм, мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей. Глава города Ивантеевка поблагодарила собравшихся за службу народу и отметила их ответственный подход в исполнении служебных обязанностей. Наряду с грамотами и письмами два сотрудника Ивантеевского отдела полиции получили ключи от новых квартир. Больших успехов в работе и продвижения по службе пожелал подчиненным начальник МВД РФ Пушкинская Сергей Терегере. Он подчеркнул, что в этом году управлению удалось на высоком уровне обеспечить общественный порядок на всей территории трех муниципальных образований. Поздравить виновников торжества вышли их юные помощники, члены ЮИТ «Клаксон». День полиции сегодня отмечает весь народ. Пусть тебе, мы полицейские, в жизни каждый день везет. Ольга Власова, Владимир Мазитов, Евгений Ромашихин, Пушкинское телевидение.